Здравствуйте, дамы и господа. Это канал Георг & Ко и игра под названием Deceit, в которой четыре выживших пытаются одолеть двух злобных и беспощадных монстров. И мы ждем, когда найдется матч. И также обратите внимание, что на сервере русском было 1200 человек. На английском люди подтянулись, но тем не менее, на удивление, столько игроков. Хотя сейчас, по-моему, 8 часов дня с чем-то, там 8:30, вот так. Так что это нормально, да. Ненормально это было, когда днем в 4 часа дня было много игроков, когда вот был стрим сейчас. Но эту серию я выложу уже на следующий день, чтобы не было в один день слишком много серий. Так уже 4 серии это многовато, вы их просто не просмотрите тогда. Матч найден, и поиск этот шел очень долго. Около 3 минут, а если учитывать, что средний матч длится где-то около 5 минут, то ждать больше половины от времени всего матча очень, я вам скажу, неприятно. Я, конечно, читал в это время статьи, но все равно ничего хорошего в этом нет. Поэтому живем с тем, что есть. И еще скажу, что сейчас в этой серии мы, скорее всего, получим кристаллический ранг. По крайней мере, я надеюсь, что мы его получим. Так, хорошо. Эта тетя Лиза своровала просто фонарик в наглую. Раскричался. Чуть не оглох. Да, если б я знал, что это фонарик, я бы ему отдал. Окей, антидот еще не взяли, вы чё? Так, кто своровал? Кто своровал? Тихо. Лучше не говорить, у кого антидот, чтобы монстры не узнали. Наглые. Ну, вы не говорите, но вот я знаю, что кто-то из вас своровал. Так, а это... У меня антидот, кстати. Монстр, убивайте меня. У меня антидот, пацаны. Да, меня надо валить. Ты что наделал? Ты что наделал, Чан? Да, да. Конечно, у меня антидот. У меня его не крал никто вовсе. Ну, знаешь, Чанг, я тебе верю, что ты не монстр. Да. Да? Ну, да. Амиго. Я, короче, сейчас... А тут Амиго. Ты превращаешься. Амиго, ты что тут, а? Ты что это тут, а? Делаешь? Не на подозрительное. Ах вы! Воры все вот меня взяли, а? Беру первый предохранитель. Да, ставим предохранители. Патрончики. Не на подозрительное, подошла к крови. Окей, мы ее проверим чекером. Я первый фьюз поставил. Это хорошо, но надо... Иду ставить первый. О, превратился кто-то. Превратился! Валите. Это не я бегаю. Я в это центре. Не Алекс. Убивайте. Я бегу ставить. Это не Алекс. Нина, кстати, молчит все это время. Окей. Нину, короче, это Нина. Мы знаем теперь. Найс. Короче, это Нина. Это не я. Нина, ты Ханс. Ты Ханс, алло. Я поднял Нину, это не Нина. Да ну! Значит, кто же это? Значит, это я! Ха-ха-ха, вам конец. Глык! Ставьте. Трансформируюсь. 30 секунд, пацаны, мне 40 метров, давайте. Ставьте последний. У меня нету. Вот он, давайте. Быстрее. Давай, ставь! Ставь! Да ставь же ты! Конечно, Чанг. Это Чанг. Да ну. Понятно, ну, Чанг, да. Чанг ты монстр. Не помогал. Чанг монстр. Он не давал ставить. Убивайте Чанга. Okay. Убиваем Чанга. Да, я сказал, что это я, что ты мне не поверил-то. Ищите его. Просто пидорасом никто не верит. Я его ищу, не вижу. Я его на своем подъеме не вижу. Здорово. Зачем так сурово-то со мной? О, идите, где он? Так.
Ищите. Быстрее. Зачем так сурово? Где он? Вы видите его? Нет, не видим. Я бегу за ним. А где он примерно-то хотя бы? Я не знаю. Положил, положил, положил. Меня положили! Убивайте, голосуйте! Еще один, ну. Меня положили. Ты, блин, глупый. Это ты просто пидор. Кто-то еще второй есть. Меня Нина. Это Нина. Как это Нина? Нина не может быть. Кто сказал, что это Нина? А это Рэйчел, ты монстр, потому что я поднял Нину. Лиза подняла Нину. Стой, ну вот давайте, можете прочекать меня, в принципе, еще чекер есть. Не берите, не берите, вы что? Он хочет вас съесть, пока вы будете его брать. Вот я с Лизой бегаю. Так, ты что? Вот я с Лизой. А ты что не ставишь? Ты что, монстр? Ну, ты, конечно, превратился бы уже, наверное. Но ты лучше осторожно тут. Идем. Можешь за мной ходить, вот идем. Ладно, пошли. Ставить надо. Лучше не бегать. Ставим. Вон, просто ставлю под Лизой. Вот, я молодец, видишь? Ну, что же делать? Ханс получается. Да почему я ничего не делал? Я... Тогда убивайте Ханса. Что ж, убивайте Ханса. А вдруг Лиза, вдруг она поднялась, что? Типа этот... Да нет, такое невозможно. Так, а это, это бессмысленно просто. Ну, ха... Вы стоите на выходе или нет? Скажите. Я нет, я побежал. Бесполезно. Это Ханс, глупцы. Сказала Нина, что это Ханс. Убивайте. Окей. Так не факт, что это еще я... Пожалуйста, быстрее ищите его. О, вон он! Кого-то там повалили. Кто-то там... Повалили кого-то и подняли. Хан... Убили. Может перестраховаться? Проверь, Алекса! Алекса, проверь. Чекер есть, чекер есть. Так, а, ну его уже все. Чекер еще никто не брал. А, стойте, подождите, где Алекс? Где Алекс? Ну, Алекс, не знаю, уже поздно, к сожалению. Где я? Мне кажется, это Алекс. Где? Может быть, может быть. Ставьте. Вот вы, стойте. Вот я. I'm at the escape hatch. Отлично. Кстати, Нина писала, что это Ханс, а мы это не углядели, к сожалению. Отлично, победа. Заслуженная причем. Потому что мы же сколько времени ждали, пока... Кстати, эти ловушки надо было несколько раньше ставить, мне кажется, Алексу. Как-то он это не совсем рационально поступил. Готово. Теперь мы получаем кристаллический ранг. Алмазный. Великий алмаз. Нина молодец, всех вычислила. Неплохо. Продолжаем игру. 1291 номер. Как это называется? Как это называется-то? Я уже не помню. Как же оно называется-то? Можно тут статистику, опыт за день. Но номер порядковый тут не поддается подсчету. L-ранг, видите, нулевой. Ну что это такое? Это странно. Начинаем. Что же начинать-то нам? Снова. Матч найден, снова 4 игрока. Опытные, 2 неопытные. И уже один матч так и расформировался из-за того, что кто-то взял и не загрузился. Ну ладно. Попробуем. Попробуем выиграть. США. Интересно. Оно меня больше... Хотя уже сейчас все видят очень легко персонажа в маске. И очень трудно зашифроваться. Хотя уже им удается. Сейчас говорить, конечно же, не стоило, потому что тогда все игроки узнают, что я выживший или монстр. Иначе ничего интересного. Привет.
Ага. И сказал ты еще, смотрите. Всем привет. Никого нет? Да. Ловушка. В общем, Ханс, понятно. Надеюсь, это не закончится нас грустно. Чё, кто будет пить сегодня? Да, следим за кровью, а то напьются. Айнер. Мы с ним, кстати, играли. Чанга я нигде не видел. Это нехорошо. Надо следить лучше. Все есть. Кроме одного, кажется. За что вы меня стрелять? Чувак, который он дома. Рубашку забрал. Ну, броню мне попортил. Кто это? Да, кто-то уже напился. Как это 5 секунд назад не увидеть? Это нехорошо. Лиза! Лиза! Чего ты корёшь, братан? В общем, Лизу убивайте. Повалили. Поднимать человека. Я б не стал. Я два поставил уже. Никто не поднял человека. Я поставил три предохранителя. В общем, слушайте. Ханс монстр. У него был антидот, он не поднял, как я понял. Убивайте Ханса. Повалили его или что? В общем, держите, убивайте Ханса. У Ханса нет ничего, он тут. Ну, может, его съели тогда, понятно, что не монстр. Тут нехорошо, Чанг. Мы что? О, кто это там? А, Ханс, Ханс, я же говорил, Ханс. Да. Бесполезно. Тут, похоже, еще и вылетел. Кто не стрелял по Хансу. Это Чан, кстати, монстр. Вы что, проголосовали? С ума сошли? Это Ханс и Чанг. И Лиза. Что? Почему ты за него проголосовал? Что ты его убил? А Чанг? Ну раз я это уже сделал, давайте я проживу до 30. Ха-ха-ха. Вот и все, Чанг. Бедный Алекс. Ну вот и результат. Интересно, конечно, этот Чанг поступил. В высшей степени странно. И ничего ведь не сказал. Как так можно играть, не представляю. Так, что тут у нас? 50 на 50, даже скорее... 33 на 66, не в нашу пользу, по опытности. Потому что позитивчика можно списать, сами знаете куда. Вне самый опытный матч. Кстати, значок как вам? Треугольник на треугольнике, интересно. Что тут у нас будет-то, а? Антидот, видите, на линии написано. Алексе. Попробуем поиграть поагрессивнее чуть-чуть. Будем следить за людьми, потому что надоело. Надо было отдать людям. То не надо. Нина, ты тут? Я, да, да, здесь. А чё? Ой. Say hello to my little friend. Что-то случилось? Это так, это я. Проверяю просто. Я у тебя микрофон был постоянно включен, вот что. А-а-а. Бля, патроны забирайте, пиздец, ребята. Кто это?
Не услышали. Кто это выпил? Это выпил Сейнт! Сейнт выпил, Сейнт выпил! Она отстреливается! Повалили! Монстр! Выпил кровь, вот смотрите. Че? Проголосуй! Чика, голосуй. Кто поднял? Ее поднял, Чика! Чика монстр! Ханс и Нина монстры. Так, голосуем. Отлично. Кто не голосовал, вопрос. Ханс невиновный. Подозрение, кстати, на Рэйчел. Последите на всякий случай. Я проголосовал. Кироли, я сейчас... А кто же не голосовал-то? Я, вот я. Вот давайте зеленый, скрин я. Скинь. Последний. Может, Чика повалить на всякий случай? Алёшки, я случайно поднял. Блядь. Ну, а ты видел, что она выпила, кстати? Да, так, а кого мы убили? Нину. 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 Хм. Я бегу за Алек. Алек бежит за Хан. Мы бежим. Так, быстро собираем они теперь. Бегут мимо предохранителей. Это подозрительно. Я бегу за Чаном. Нехорошо. Наблюдаю за всем подряд. Так, ставим. Чан поставил предохранитель. Ты что-то Лиза стоит на горе. Наблюдаю. А, ты у нас наблюдательная, как вижу. Да, иначе б я не увидел, как Нина выпила. Бежит вниз. Прыгает. Вот он. Я его чуть не потерял. Так, так, так. Поставил глаз. Ну что ж, теперь идем на сканер. Кто не пришел, тот монстр. Что, Рэйчел монстр? Да, но видишь, Чан перестал говорить, я его убил. Ищите сканер. Главное, чтобы он не начал говорить снова. Может, дашь мне? Пожалуйста. Маги, пощады. Сканер в левой части карты. Это Ханс. Выпил Ханс, да? Это Ханс. А ну дайте быстрее. Ханса нету. Быстрее давайте и проверяем. Он при мне выпил. Он, короче, в той зоне пробежал, выпил и побежал обратно. Было вот так. А, хотя, я зря тебя проверил, Чанг, ну, в любом случае, Чанг... Я зря проверил, но это Ханс, точно. Это... Получается, Ханс, да. А вы видели точно, что он выпил, да? Или нет? Ставим. Иду к ближайшему. Поставил. О, сейчас поставлю. Несу. Итак, ставим на выходах, не выпускаем Ханса. Стойте на левом, я стою на правом. Выпита кровь одна. 12 секунд назад. Не превратился. Не сможет уже ничего. Убили. А видите, он поднимал, оказывается, специально. Хотел спасти Нину. Более чего, вот ты сразу Рэйчел не голосовала, Ханс поднял, а я просто первый проголосовал. Да. Дробовик. Это лишний опыт. Помощь в получении дробовика, ладно. Отлично сыграли. Была бы хорошая кнопка «Начать ночь». Проголосовать за начало ночи. Неплохо, как мне кажется, было бы. Чтобы вот такие матчи не мозолили глаза. Хорошая тактика позволила нам вычислить. Да ладно уж, зачем брать-то? Не надо брать яд. Да ладно уж брать-то это. Не надо. Хорошо, вот ставим. Чанков пока что. Жаль. Значит, он заражен. Значит, убьем его. Так вот почему, кстати, Чанг-то не сказал, что это Нина. Потому что я это заметил, а не Чанг. Теперь уже все ясно. Дробовик, видите, какой нерабочий. Может не убить. О, я пирожок! Поднимите меня. Поднимите, пожалуйста. Поднимите меня, поднимите, но не подняли. Бывает.
А давайте-ка, кстати, заберем опыт и выйдем. Посмотрим, снимут ранг или подадут. Поблагодарим игрока Алекса за то, что вычислил монстрюк. Вроде бы дали. Потому что у нас ранг был более низкий в прошлый раз. Хорошо. Играем дальше. Какая-то вещица есть, но я не понимаю, в какой стороне она. Бледный, лесной. Ну, лесной самый красивый. Йети. Мы играем за Йети. Синий очень заметный, а вот незаметный. Это белый Йети. Хороший, кстати, мандрил. Очень хороший. А это белый монстр, Йети. Тем самым мы скрываемся от чужих глаз, и никто нас не может вычислить. Орангутанг. Хмурый. Хмурый орангутанг. Что-то мне хочется уже за монстров поиграть. Интересная за них игра, вот что скажу я вам. А лобби в целом опытное, за исключением одного человека. Попробуем тогда выиграть с ним. Как постепенно одна улика за другой создает полноценное обвинение. А вот будет ли обвинение верным, это большой вопрос. Это, конечно, все зависит от качества и количества улик. Итак, мы распутываем клубок монстра. Не монстр. Интересно. Знакомые ники прям. Да, потому что начали поиск одновременно. Все, это Лиза, фонарик украла. Все, Лиза, ты зараженный, я уверен. Сломали антидот! Кто это? Где? Уже сломали. Ку! Смотри, сломали. Нет, здесь стало. Выпили кровь. Да-да, вижу, вижу. 15 секунд. Тут ТНН, тут... Это не я, это не я, это не я. А кто там с тобой рядом был? 30 секунд, чувак. Я думал, вы выбегали. Вот это подозрение, ты не мог не заметить. Повалить на всякий случай, может, Ханса? Не-не-не, честно. Ну тогда следите за ним, постоянно. Просто, Рэйчел, не отходи от него. Это не надо. Он сейчас не обернулся? Да, там крови нет. Еще одной. Походу, кто-то напился уже до пула. Это Чанг. Чанг? Меня подозрели на Чанга. Почему это я? Объясни. Хотя бы одну разумную причину. У дома было выпито кровь. А. Да, ну типа, то, что я вообще... Нины, кстати, нигде нету. Подозрения. Так, теперь собираем. Я не так и не встретил за это. Собираем. Расходимся. Вы где? Только последите все-таки за Хансом. Да, следи, я с Лизой и с Алексом. А, Рэйчел, это Рэйчел. Первый фьюз поставил. Да, второй донесу. Второй фьюз поставил. Остался один, который вот здесь. Видите, позволит не заблудиться в темноте. Чанг выпил кровь, Чанг выпил кровь. Убивайте! Слушайте, где я тебя выпил кровь? Хотя подождите, это Хан сказал. Ты чё, дурак? Ну, Чанг, чекни меня, с нами. Где я выпил кровь? Покажи, пожалуйста, третий, чтобы я хотя бы знал. Всё, это... Чан... А кто сказал, что Чанг выпил кровь, скажите? Это Алекс сказал. Я сказал. А, Алекс сказал? Тогда убивайте. Да какой Алекс, это Хан сказал. Я сказал. Извините меня, а как они антидот взяли на этом раунде? Лол. Че? А вот так, антидот уже взят. Да они через другой вход, видать, просто пошли и все взяли. А, нет, все, это читеры, вы что, не поняли? 1:58 выпита кровь. Выходим. Я даю тебе сканер, но это читеры. Хотя можно, конечно... Меня чекай. Но это читеры, Нина. Там... Ай, бля, а чё меня стреляешь? Алло, дурак? Ты что? Проголосовал. Ну и убейте Нину. Но я опять говорю, читеры выпили кровь уже и взяли антидот тут. А выпили кровь 2 минуты назад, когда еще только все начиналось.
узнали, где Нина. Я повалил Нину. Она, да, Нина читер. Это Нина. Телек помогает просто ранг поднять. Особенно в этом. Мы с ним пати не сел, не сел. Короче, я админ, я тебя забаню завтра. Не сел, он тебя не съест. Он тебе только ради. Ах, собираем. Одни читеры, похоже, в игре. Это челик за зоной. Он что-то поможет не... вам выйти на рейд. Чё-то никого не ест. Потому что он не будет никого есть. Меня съели. Так кто читер? Нина. Нина читер? Я читак, ладно, ладно. Признаюсь, я читак. Видите, не могли сломать. Ну, читер, вот еще одно объяснение. Давай, проверь меня еще раз. Ну, кого? Проверить-то. А как ты живой тяжкели? Лиз, как ты живой тяжкели? Я его поднял. Ну, как бы вот. Ну, просто? Мне еще ну да, это Нина. Это Нина. Завалите меня, он поднимет. Ну, а зачем наступили? Я еще раз тебя вальну. Давай. Да не, я да не пиздец. Кого валить? Никого. Меня удивило, что наступили на яд. Меня вот это больше всего поразило. Я. И куда ты можешь от ТП-шиться? Да куда угодно. Хоть за край карты. Ты летать можешь? А потом тут же всех убьют. Эх, съедят злодеи. Красиво, да, вот так вот. Метод исключения хорошо работает. Иван. Сейчас нам добавят ранг, отлично. Но молодец Рэйчел за вычисление чудовищ. Хотя... Ханс получается. Так, ладно, жалуемся. Иван, пожаловаться на игрока. Вот, все ясно. Чанг, Нина, все тут ясно. А вот тут крайне интересная ситуация. Так как дело в том, что в матче только что было видно, что 5 человек, в общем. И дело в том, что если сейчас не выйти, то будет слив. Но в чем же особенность данного матча только что была? К сожалению, я не успел заснять этот момент. Интересно. А дело в том, что когда игра загружалась, было видно не 6 человек, а 5. Хотя обычно почти всегда пишется, что 6 человек. Пусть и один из них иногда вылетает. Так вот, в таком случае, который только что произошел сейчас, если я выйду из игры после всего этого, то нам снимут ранг, а это было бы очень неприятно. Поэтому продолжаем поиск сверхдлинный и ждем начала игры. Мы что-то тут нашли интересное. Смотрите, TM, видите? Интересно, создал он свой ник. Почти все опытные, до... Нельзя. До TM-а. И у всех кристаллические ранги. Скорее всего, кто-то играет вместе из всех кристаллов. Потому что кристаллы поодиночке редко играют. Вообще, я вот один из таких. И то я часто играю на стриме с подписчиками, поэтому я тоже к ним не отношусь. Если... Что это последний матч, как вы можете понять? Потому что время... Что? Это, а почему у нас доджит этого, Йорга? Потому что он долбоёб, по её словам, я не знаю почему, но он долбоёб. Я тоже, я что-то у неё сегодня днём спрашивал, когда катали, она не сказала всё одно его доджит. Ничего не понимаю. Ладно.
Я ничего не понял. Следим за монстрами, так и... Ага, Чанг, конечно, диамант, монстр. Чанг выпил. Чанг, стой. Чанг выпил кровь. У леса. У вторую выпил уже. 2 секунды назад. Чанг, убейте его. Вы слышите меня? Чанг, монстр. 5 нас. Поздравляю. Не приплыли. Правда. Приплыли. Так, а выйти все-таки это не будет последний матч, потому что... Ну, вы поняли. Потому что это был не матч, а просто какой-то смех и грех. Ура! Матч искался 5 минут, вообще говоря. То есть, тихий ужас по сравнению с самим размером матча. Такое время поиска есть в игре Gremlins Inc. Но только там матчи в среднем идут по 45 минут. А тут поиск, вы сами понимаете, крайне-крайне неудовлетворительный. Это будет, я уверен... Последний матч, если он точно так же не будет, как и те матчи, в которых 5 игроков. 5-игроковые матчи. Как бы их так назвать-то, интересно. Неполные матчи, вот. В неполные матчи мы не играем. Потому что смысла нет. И зачем, я не понимаю, их делают, если они ничего не дают? Смысл под вопросом. И опять я не монстр. Ой, ладно. Хватит, остановись, ты тупой. Ой. Лиза, у тебя фонит телефон. Пацаны, вы что-то слышите? Конечно, Лиза. Чё вы слышите? Всё, замутим, Лиза. Вы что-то слышали, пацаны? Я сейчас все серьезно. Господи, какие вы школьники, блядь, ебаные. Ну ладно, я мутил, все. Я замутил, если важно, что скажешь, скажите. Следите за монстрами. И это, кстати, от телефона такое бывает. Конечно. Дайте мне дробовик. Не хочу никому давать дробовик. Дайте мне. Ну ладно, я дам, пожалею. Ловушки осталось найти. Я взял ловушки. А-а-а! Чанг, ты что? Ты что у крови восстановился? Ты что кровь хотел выпить, а? А вот выпита кровь. Где выпита кровь? Не добивайте, не добивайте. Слышишь, я чекал, сколько там выпито. Это Нина, она ко мне пробегает. Это Нина, первая заражённая. Убивайте. Бегай, давай, давай за мной. Отлично. Хоть у меня союзник будет хотя бы, не умру один. Ничего себе ты. Так, ладно, собирайте предохранители. Нина, убивайте. Вот Нина! Смотрите, косой какой, а. Ну конечно, мне же надо рашить фьюзы, алё. Мне пофиг, запалят меня заражённый или нет. Моё дело рашить фьюзы. Так она зараженная, она выпила кровь. В общем, видите, Нину убивайте. Окей, чекните ее, чекните. Так ты же сам сказал, я готов ее убить. Убивайте Нину, она идет, выпита кровь. Если вы не верите... Я верю тебе, я верю. Вот, я нашел чекера. Я повалил Нину, убивайте. Убивайте Нину, она там лежит, быстрее. А, не убивайте. Зачем? Вот, давай, на. Ну, она не придет. Вот, держи. Вот, чекай. А Нины нету. Вы что, надо было ее убивать? Вон она. Давай, стой, Нина, она убегает. Убегает. Ну, это понятно было сразу, надо было добивать. Давай. Убивайте. Я же говорил. Кого с нами не было? Чанга. Вот он наверху. Последите за ним. Не было. А ты Чан голосовал? Вот он на горе. Я за ним смотрю, я бегаю за ним. Это правильно. Я в
текстурка. Так. Ну уже все забрали почти, что нужно было. Теперь берем предохранители. Бейте меня, пожалуйста. Чан в текстуру залез. Я в текстурку. Меня забагал. Да, я видел. Чан, короче, в текстуру забагал. Чан в текстуру забагал, аруха. Бейте меня, я в зале. Бейте меня. Да я тебя не вижу. Выстрели. Кстати, монстр так и не превратился. Похоже, это Чанка был. Заточили монстра в камень. Ну-ка, выстрели. А у меня от покупки игры. Блин, ты сейчас когда она была платной еще. Ну, я не знаю, он доберется или не доберется. Кого там пометили-то, а? Меня. Блин, я не знаю, как он залез в текстурки, это бред. Да это игра забагованная. Так. Лучше пока яд ни в коем случае не брать, потому что могли ошибиться. Тем более, видите, монстр еще один остался. А Чанка умер там уже. О, Чанк был монстром, кстати. Ну да. С Эллом, скорее всего. Дойти до этой футболки. Футболку нельзя уже получить. Ее можно было получить, если бы ты купил игру полтора или два года назад. Когда в игру играло всего 100 человек, а потом ее сделали бесплатной, чтобы увеличить популярность, потому что игра погибала. Блин, Лиза, что ты так огрешься, а? А я Лизу уже замутил, я не слушаю ее. Потому что это... А зачем спасибо. Тебе что-то слышать? Зачем тебе что-то слышать? Все, чувак, школьник, иди в школу. Что-то там пронеслось. Хорошо, что не слушали Лизу, потому что там много чего. Какой-то информации ненужной пришло. Поэтому спасибо, зрители, за просмотр. Поставьте лайки, чтобы я видел, что вам нравится игра DC. Хотя я это уже знаю, но чтобы об этом не забывал и помнил, что вы ее хотите, чтобы я снимал каждый день. Также подпишитесь на канал, чтобы не пропускать уведомления. И также поставьте колокольчик, все для тех же целей. Ведь если вы только подпишетесь на канал и не поставите колокольчик, то YouTube не будет отправлять вам все уведомления, которые он может. И вы можете пропустить стрим по Лиситу. Ну а в общем, всем спасибо за просмотр. До свидания.